Как готовился вообще к этому сезону, потому что все-таки было время, когда ты практически не играл. Как себя сейчас ощущаешь и будешь ли ты готов к первому туру? К сожалению, мне не удалось принять участие в матчах, я там останавливался, но сбором подошел уже в полной готовности. Всю работу, которую давали тренировку, я все выполнил и дай бог. Играм чемпионата буду полностью готов. Спасибо. Еще один вопрос.